Чечевичный суп – это отличная альтернатива гороховому. Лично мне он нравится тем, что готовится быстрее. Замачивание чечевицы занимает до 30 минут, а есть сорта, которые вообще не требуют замачивания. Для бульона можно выбрать любое мясо, но с говядиной он более наваристый и ароматный. Чеснок можно добавлять по желанию, хотя с ним, на мой взгляд, вкус более выраженный. Приготовьте такой суп, и результат вас приятно удивит. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте необходимые ингредиенты. Говядину промойте, выложите в кастрюлю, залейте кипятком и сварите бульон. Достаньте мясо из бульона, удалите косточку, мясо нарежьте на кусочки, переложите его в бульон. За 20 минут до готовности бульона, промойте чечевицу до прозрачной воды, залейте холодной водой и оставьте до окончания приготовления бульона. В бульон с мясом добавьте замоченную чечевицу, поставьте кастрюлю на огонь чуть ниже среднего и варите 15 минут. Ставим лайк и подписываемся. Почистите картофель и нарежьте средним кубиком. Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке, обжарьте овощи в 3 столовые л. Растительного масла до мягкости. В бульон с чечевицей переложите картофель, обжаренный лук и морковь, варите 20 минут на огне чуть ниже среднего. В завершении добавьте измельченный зубчик чеснока и нарезанный укроп. Подержите на огне еще 3 минуты и выключите огонь. Закройте крышкой, дайте настояться 20 минут. Подавайте суп горячим с рыбными закусками. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Нам понадобится: говядина 450 грамм, суповая, с косточкой, картофель 3 штуки, морковь 1 штука, лук репчатый 1 штука, чечевица 150 грамм, красное, растительное масло 3-4 столовые ложек, чеснок 1 зубчик, свежий, укроп по вкусу, количество порций 4-5. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачного дня!